Кто не был в Ширяево, тот не видел Самарской области, любят повторять жители губернии. Каменная чаша, гора Верблюд, ну и, конечно же, штольни. Десятки тысяч туристов проходят ежегодно по этим местам. С собой увозят незабываемые впечатления, а взамен оставляют горы мусора. Десант блогеров высадился именно здесь. Ширяевские штольни были пробиты в начале 20 века для добычи высококачественного известняка. Эти искусственные пещеры – геологический памятник природы. Известняки – самые древние в Поволжье, им более 300 миллионов лет. Должного уважения к старине туристы, однако, не испытывают. Павел, не сходя с места, набил мусором свой пакет. Бутылки, сигаретные пачки. То есть, судя по всему, здесь много курят и пьют. И даже резину меняют, как выяснилось позже. Мысль о субботнике в национальном парке впервые была озвучена на интернет-портале samara.ru блогером Владимиром Сверкаловым. Активные ребята быстро отозвались. Мы набрали около 35 человек. Большая часть приехала на автобусе, некоторые приехали своим ходом. Итог четырехчасовой уборки – набитый под завязку кузов ЗИЛа. Сотрудники национального парка признаются, помощь весьма своевременная. Рабочих рук в курортный сезон периодически не хватает. Агитируют блогеров на следующую уборку. Уже и место присмотрели. Наибольшее скопление туристов наблюдается на горе Верблюд. Там и альпинисты приезжают, то есть у них там чемпионаты проводятся. То есть буквально там и вид очень красивый. Блогеры обещают подумать и надеются, что их инициативу поддержат на правительственном уровне.